Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим хачапури с очень простым тестом. Для этого нам понадобится 600 грамм муки, 2 яйца. Для теста берем только желтки, а белок нам нужен для начинки. Сливочное масло 200 грамм, соль, 1,5 столовые ложки уксуса, ледяная вода 100-150 миллиграмм. Начинаем делать наше тесто. Для этого берем сливочное масло и протираем муку. Муку заранее просеиваем. Сливочное масло должно быть очень холодным, чтобы легко протиралось. 1 чайную ложку соли. Добавляем 2 желтка. Сюда же добавляем нашу холодную водичку с уксусом. Вот так перемешали уксус и водичку и добавляем наше тесто. Наше тесто готово. Отправляем на 1,5-2 часа в холодильник. Закрываем пищевой пленкой. Для начинки нам понадобится 200-250 грамм сулугуни, 200 грамм творога и 200 грамм соленого сыра. У меня армянский лорык. Вы можете взять любой соленый сыр. Протираем наш сыр. К сыру добавляем творог. Все это перемешиваем и в конце добавляем взбитые яичные белки, 2 белка. Хорошенько перемешаем и начинка готова. Достаем тесто из холодильника, делим на две части и тонко раскатываем по диаметру нашей формы. Тесто готово. Сейчас перекладываем в нашу форму. Достаем нашу начинку и перекладываем на первый слой теста. Равномерно распределяем. А сейчас раскатываем верхний слой нашего теста. И вот так аккуратненько закрываем верхнее тесто с нижним. Смазываем жидком и ставим в духовку, заранее разогретую на 180 градусов. Время выпекания 40-45 минут. Друзья, наше домашнее вкусное хачапури готово. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. До встречи!